Алло, Лена. Да, привет, солнце. Я просто ванную сейчас принимала, поэтому как бы... Что, помылась? Да. Алло, Лен, выключи там на заднем плане какую-то цыганскую музыку. Какую? Цыганскую, там какие-то цыганские мотивы у тебя на заднем плане. Да чё это, нет, это турецкий вообще-то. Черную любовь, что ли, смотришь? Да. Как тебе там Кемаль? Нормально? Нормально. Чё, будешь смотреть? Замечательно. Будешь просто смотреть продолжение по ЮТВ? Скоро опять будут показывать. Конечно. Видела, какая там концовка? Ты до конца смотрела? Нет, еще вот поэтому и смотрю. Я, короче, небольшой спойлер тебе скажу. Кемаля в конце убьют в последней серии, прикинь. Пипец. Да, Нихан останется одна. Ой. Ну, у них там дочка будет. Я весь сериал... А ты тоже его смотрел? Я его уже посмотрел два раза. Вот, видишь? Там концовка очень плохая. Мы всей семьей плакали, сидели из-за этого Кемаля, конечно. Ну так что, давай к делу, ты свободна? Ну да. Подъедешь ко мне? Ну, солнце мое, я тебе сказала, как я выезжаю. Кстати, если что, можем у меня эту «Черную любовь» посмотреть, не против? Нет, конечно. Будешь называть меня Кемалем? Конечно, блин. А я тебя Нейхан, ладно? Ладно. Главное, чтобы нам Демир не помешал со своей командой из АСУ. Конечно. Так что нужно сделать, чтобы ты ко мне подъехала? Ну, скидываешь мне адрес точный и 2000 за заявочку, а потом только уже за услуги. По времени сколько будешь отдыхать? Час, два, там ночь? Ну, часика два. Мне на юбилейную 45/2. Ну, я тебе сказала, через сколько я по времени буду уже у тебя, после твоей оплаты, солнце. Я понял. Хотя, наверное, знаешь, как лучше сделаем? Давай я на другую квартиру поеду, чтобы не у себя дома, а на съемной. Туда подъедешь? Ну, давай, мне куда скажешь, туда я подъеду. Ну, она в центре, на возле юбилейного района, Уздечкина, 27. Так, ну ты напиши мне в WhatsApp, я забью в навигатор, ну, как бы в такси в свое. Да она недалеко от этого моего адреса, тут через два квартала, Уздечкина, 27. Там, правда, мебели нет, но кровать, телевизор, все есть. Ну и все, нам что-то надо. Ну да. Так что это мне надо 2000 сейчас куда скинуть? Ну, я тебе номер карты отправлю, сайт, и ты оплачиваешь. Ну, ты мне до этого вот что-то скидывала. Чек отправляешь мне. Там вот какая-то карта. Ну, да, Тинькова, я да? тебе отправила, да. Ну, это 100% да. Ты подъедешь, да? Что? 100% подъедешь, чтобы не получилось ее перевести. Солнце, ну, конечно, а. Блин, ну, что ты как маленький себе ведешь? Я же работаю на главный сайт. Я понял. Не забыла, как меня называть будешь? Кемалем. Все, хорошо. Давай, сейчас я тебе двушку закину, перезвоню. Это Тинькофф, да? Давай. Да. Давай. Да. Это горячая линия для потенциальных клиентов Тинькофф Бизнес. Тинькофф Бизнес. Чем могу вам помочь? Алло, добрый день, Николай. У меня такой вопрос у вас. Я нашел чужую карту Тинькофф Банка. Оставайтесь на линии, вы в поддержку бизнеса попали. Я сейчас переключу на коллег. Я понял. Ага. Алексей, чем могу? Здравствуйте, Алексей. Дело в том, что я нашел чью-то карту Тинькофф Банка. Всю помятую такую пожеванную. Может ее как-то утилизировать или что с ней сделать. Возможно, она еще действующая. Садись, пожалуйста, на линии. Я уточню. Хорошо. Да. Да, сейчас. Мы заблокировали найденную карту.
Подскажите, пожалуйста, нашли еще что-то из вещей? Телефон нет, или паспорт? Нет, ничего не было. Просто карта валялась возле магазина. Спасибо, что сообщили. Если можете, разрежьте карту по магнитной полосе и выбросьте. Теперь она точно не попадет к мошенникам. Все хорошо. Мы сообщим об этом владельцу и перевыпустим карту. Ага, я вас понял. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Алло, Нихан. Пошел ты вон, понял? Ты дурак, блядь. Алло. Алло. Че ты звонишь? Ты мне... Как ты заблокировал? Что я сделал? Заблокировал карту. В каком смысле? Я на нее деньги перевожу, пишет, перевести нельзя. Она не рабочая у тебя. Я... А и что? Тогда оплачивай на баланс, если ты не блокировал мне карту. Так а я-то тут при чем? У тебя что, карта заблокировалась или что? Да. А после чё... твоего звонка. А что ты на меня-то ругаешься? Я-то тут при чем? Пошли вы. Алло. Да. Так ты что на меня-то орешь? Я-то тут при чем? Так ты заблокировал ее, ты. Я? Мне, я как тебе скинула номер карты, мне сказали сразу после этого, что человек позвонил, и, типа потерял карту и заблокировали ее. Ну так восстанови ее, да и все. В чем проблема? Я-то тут при чем? Ой, все, ладно, до свидания. Не звоните, пожалуйста, сюда. Так ты приедешь ко мне или что? Алло. Да, да. Да, я тебя слушаю внимательно. Это ты карту заблокировал там девушке? Да, а ты кто? Я хуй пальто, я тебе сейчас поймаю, я тебя выебу. Так а что случилось? Поверь мне. Я девочку к тебе вызываю. Сейчас, подожди, сейчас. Сейчас, подожди, ты увидишь. Сейчас мы подвинем, подожди. А ты кто? Мы там поговорим сейчас по-другому. Ты кто? Сейчас, подожди, узнаешь, кто я. Ты пёс. И хуй пальто. Ты пёс. Хуй пальто. Ты пёс. Пизда тебе. Ты пёс. Услышал? Говори. Алло, пёс. Разблокировать тебе карту? Говори. Карту разблокировать? Сейчас. Сейчас. Я тебе разблокирую. Сейчас. О, кстати, слушай, не перебивай, ладно, выслушай меня. Я тебя узнал. Говори. Я тебя узнал. Помнишь, месяц назад я с тобой также угорал? У меня есть еще видео с тобой на Ютубе. Скинуть ссылку? Солевые только называют. Скинь, да, пидоров, да, пидоров, да, скинь. Это же вы были, да? Да, я тебя рот ебал, я был. Солевые мошенники. Давай я сейчас тебе скину эту ссылку, глянь. Если это вы, то перезвони давай, мне. Давай, пидоров, давай, давай. Давай, сейчас тебе скину. Давай, пидоров, давай. Давай, давай, пидоров. Давай, хуй. Давай. Давай. Алло, Леночка. Алло. Алло. Леночка? Да. Сейчас свободная? Ты хотел ко мне подъехать? Не, я бы хотел тебя к себе на ночь позвать. У тебя выезд есть? Выезд по предоплате выезжаем. А сколько ночь будет стоить с тобой? 8000. 8000. Твои фотки на сайте? Конечно. Отлично. Ты ко мне на Куйбышева 17 через часик, там, через два подъехать сможешь, чтобы на всю ночь? Ну, вы скидываете адрес и 2000 за заявочку. Выезжаю по предоплате. Ну, Куйбышева 22 у меня адрес. Ты вообще в этом районе находишься, нет? Да. Все, я сейчас вам номер карты отправить или просто на баланс оплачивайте, на мой номер телефона. Давайте номер карты. Это получается, мне надо 2000 закинуть и 6 на месте, да, я оплачу, когда подъедешь? Да, да. Ну, отлично. Фото точно твое, да? Просто можете на баланс оплачивать, на мой номер телефона. Алло. А? Алло. Алло, я говорю, просто можете на баланс оплачивать, на номер а телефона. Я оплачиваю с расчетного счета, там я с карты на карту только могу кидать. Ну тогда извините, у меня тоже карты нет. Алло. Да. Так мне куда сейчас надо закинуть 2000?
Сейчас я тебе номер телефона отправлю, на который привязан номер сайта. И мне просто на баланс, да, пополнить на этот номер? Да, да, просто на баланс. Давай. Вот на этот твой, да, по которому общаюсь? А? Вот на этот? Нет, сейчас я вам WhatsApp скину номер телефона. Давай. Алло. Да. Это просто на баланс или там что-то привязано к этой, к этому? Да, да, просто на баланс, на телефон. Это какой оператор? Машинку я сейчас вызову. Мегафон. Мегафон. Сейчас в течение 5 минут я его тоже заблокирую, как и твою карточку, ладно? Иди нахрен, а я тебе не тот номер дала, ха-ха-ха, я же поняла, что это да ты, сука, ёпта. Ну я тогда вот этот, по которому с тобой общаюсь, его заблокирую, ладно? А хуй ты заблокируешь его, пидорас. Давай, подождем 5 минут. А что тебе надо, вот скажи? Что ты тот номер удалила? Я его уже успел скопировать, тот мегафон. Я сейчас его заблокирую, и вот этот йота твой тоже заблокирую. Мне похуй. Мне похую, иди нахуй. А что ты так? Ты чё названиваешь? Ты чё названиваешь, пидорас ёбаный? Ну хочу всё заблокировать, чтобы ты вообще без связи была. Хуй ты попал. Короче, жди 10 минут. Ну ладно, не, короче, жди полчаса. Сейчас слетит твой номер мегафон, который ты мне скинула, и вот это твой йота, по которому я с тобой общаюсь. Давай, Ирочка, ожидай. Давай, пидорас, я твою маму в жопу ебал с твоей йотой, скидывай, хандон ебаный. Ты знаешь, кто ты? Ты гандон, пидор, ты конченый, сука, ты ебаный.